как мы обещали, выполняем свои условия. Третий турнир «Спартак Челлендж» на арене «Цирка». Эту локацию мы выбрали не просто так, поскольку она подходит намного больше, чем «Локомотив». Арена «Цирка» очень подходит для боев, поскольку там она очень похожа, во-первых, на Колизей, где раньше древние бойцы сражались на этих аренах. И поэтому она очень подходит и будет более зрелищнее, красивее, чем в «Локомотиве». Хотим провести следующий турнир в апреле, в начале апреля. В планах каждые 3 месяца проводить турниры. И к концу года хотим разыграть пояс, сделать гран-при. Восьмерки в нескольких весовых категориях. Тем бойцам хочу пожелать удачи в бою, чтобы без тяжелых травм обошлось все, чтобы никто не травмировался. Удачи, ребят. Пусть победит сильнейший. Представляю бойцовский клуб «Спартак». Занимаюсь ММА уже более 2 лет. У нас 3-й турнир будет, очень серьезный турнир. Подготовка прошла успешно. Спасибо нашему тренеру, что организовывает такие масштабные турниры. Почаще такие турниры в Украине были, чтобы спорт развивался, чтобы помогали спортсменам, поддерживали их и направляли в хорошее русло. Очень рад принимать участие в таком масштабном турнире, как «Спартак Fight Challenge 3». Вот, выступает вся наша команда. Я тоже являюсь бойцом из клуба «Спартак». Мероприятие организовал такой человек, как Артак Назарян. Вот, великолепный спортсмен. Мы рады тому, что участвовать, принимать в таком вот мероприятии. Очень рад принимать участие в таком турнире. Долгий был период в подготовке к этому всему. Слова благодарности хочу выразить организатору нашего клуба, это Артаку Назаряну. Это большой умница и трудяга, который создал этот большой клуб. Подвел все усилия к этому турниру. Это очень было непросто сделать. И хочу поблагодарить своего друга, это Армена Саркисяна, за огромный вклад в спорт Харькова, а именно непосредственно в ММА, в профессиональное ММА и развитие нашего клуба. Огромное спасибо ему за это. Я очень рад, что мы сдержали свое слово, несмотря на ту ситуацию вообще в мире, болезни, карантин там, так далее, там подобное. Бойцы у нас хорошо потренировались. Мы рады, что мы есть часть этой всей организации. И желаем всем бойцам успехов в бою и красивых, мужественных боев.